Аквапарк зимой смотрится замороженным, холодным и, казалось бы, непосещаемым. Замерзло все, на улице минус 10. Но посмотрим, насколько он удобен будет для человека в инвалидной коляске. Это ж аквапарк. Итак, аквапарк Лебяжий. Добро пожаловать. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Jumping out of my skin for the cold. Yeah, I believe it. The past is everything we were. Don't make us who we are. Выход на аквазону для людей в инвалидных колясках через вот эти две двери. Маломобильных людей, туалет, в общем, все необходимые. И дальше мы выходим в аквазону. Были у нас уже? Да, был уже и не один раз. Но я тут в основном вот как бы не пользуюсь подъемником, так как у меня руки рабочие, я вот здесь вот залазил как бы самостоятельно. Но никогда я ими не пользуюсь. Так я и хотел его прочекать, собственно, про это по этому поводу и хотел сделать. Как бы много, как бы переезжают. Так я знаю. Нам удобно получится. Руками идем. Так, вот так. Ну, знаете, бывают такие, как бы подсветили. Не, они даже те, которые не могут руками. Доступно и без проблем. Мы можем сами приехать, взять его просто, да, и при помощи... Конечно. Все, спасибо. Мы просто не знали. Это ж вы можете на кресло с собой брать, да, и, да, сами, да. И сами опустить. Потом чуть закинуть сюда. Правильно? Да, да. Спасибо. Спасибо. Единственное, что если вы приезжаете, и, может быть, нету батареи, любого спасателя. Попросите. Они просто будут в кабинете у старшего. Они по зарядке поставят. Все, я понял. Она может по зарядке стоять. Я понял. Тогда отходим. Да. Не, он удобно так вот кого угодно. Не, тогда, если, допустим, не просить с кем-то пришел, он с девушкой, она... Ну, один подъемник наверху, один здесь. Да, стоит. Хорошо.